Всем привет! Сейчас утро, и мы собираемся, поедем в больницу. Маша будет лечить зуб. Как, переживаешь? Да, боюсь. Ну не бойся, все будет. Я вообще выдернула, больше лечить. Да ты что, потом без зуба останешься. Сейчас машина прогреется, уже холодно становится, да? Сегодня туман утром вообще был, ничего не видно было. Плюс 2 показывает. Это. А, поедем лечить в платную больницу. Потому что, ну там в бесплатной больнице вот те врачи, которые вот я ездил делать, они уволились. И сейчас откуда ты? Откуда ты? Дубовска ездит. Но в какой-то один день, и там очередь большая, что по записи. Так что это поедем в платную лечить. Чем туман был. Я 7 часов ходила, управлялась, не было. А мы в садик потом пошли, потом такой туман, еще даже ничего не видно не было. То и испарение от речки идет. Даже не больно нисколько. Все, Маша сходила, ей поставили временную пломбу. Вот она, больница. Но народу очень много. Идут. Так ты еще ждала, да, в очереди? Я сколько, вот целый час простояла. Че, сколько получилось за пломбу-то? 930 тебе за все. Ну, нормально, че? Укол, снимок еще делая. Что она сергила там еще сколько. Она нервы убрала, получается. Ну, этот, наверное, мышьяк ставил. Месяц назад купили вот кровать вот такую и уже замучились. Вот эти доски, они постоянно вываливаются. Они маленькие почему-то. Сейчас буду прикручивать их саморезами. Вот эта доска, вот если ее плотно к этому краю сделать, ага, Матвеечка, сейчас мы их прикрутим. А вот здесь вот палец целый проходит, и они постоянно выпадывают. Сначала вроде бы нормально было, но видно, это вот сама вот эта доска немножко выгнулась. И теперь они постоянно вываливаются. Сейчас придется прикрутить их на саморезы. Буду я. Ты будешь крутить? Буду я. А что это у тебя тут? Смотри. Ты будешь крутить? Угу. Надо, наверное, сначала разложить это все. У нас сейчас есть шуруповерт. Это нам подарила компания ProSad. Она занимается различными запчастями к садовой технике и электроинструменту. Сейчас будем прикручивать это все. Вот так вот она должна в идеале быть. Сейчас закрепим. Спасибо. Помощники растут. Дай. Маме дай. А можно через одну, может быть, вообще? Или думаешь, все лучше уж? Как думаешь? Наверное, можно через одну попробовать. Еще будет вылетать тогда это. Потом прикрутить еще, да? Ну. Там вот доски оставим, ну, потому что там... очень плотно, смотри. Но оно видно, это просто сдавило ее, чтобы доска перестала выходить. Матвеечка, а ты все эти саморезы. Тихо. Не может. Прижала доски. Видишь, мы прижали. Угу. Вот эту, наверное, да, надо будет прикрутить. Наверное, чтобы Матвейка ее не трогал. Все? Все. Долго разглядывая инструкцию по установке подогрева, я так и не понял, куда его нужно вообще
размещать. И вот здесь вот находится слив. Соответственно, где-то в этом районе должен находиться и подогрев двигателя. Увидев вот такую вот штуку, отверстие, посмотрев комплектацию подогрева, я обнаружил вот такой вот, такой болт. Я понял, что он должен стоять здесь, вот здесь. Вот и установил обогрев двигателя. Вот он стоит. Здесь вот, значит, так у нас внизу. И вот так крепится. Здесь вот 4 дырки. Самое нормальное, это вот на левую верхнюю, последнюю. Прикрепите его. Отопительный сезон начался, и кошки заняли сразу все батареи. Даже не просыпается. Хорошо, да, на батарейке? Сам механизм от часов откопали. А как он сюда отлетел? Да, фиг не знает. Здесь валялся. А там-то вкуснее, бегите туда. Во-во-во, смотри, смотри, кряк. Колбаса, смотри. Колбаса, там они все сейчас съедят. Да. Вываливаем. О, они все съедят, смотри, как густо его. Ой. Маленькая свинка, это уже, вот она. Вот она. Уже практически сравнялась. С ними, с этими. О, это кто? Дедушки мои пришли. Ута, 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 ута. Ута, 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 ута. Это я закрыла, чтобы от дождика. Понятно. Что ты, Матвеич? У Матвейки зубки режутся. Да, Матвеечка? Он сегодня у нас весь день повалил. Но купили ему это специально. Мазь помазали ему десна. Я говорю, утки это как экскаватор едят. У них пасть, это клюв открывают. И прямо как с разбега, бум, этот корм. И нету. И нету его. О, даже картошка попала вам. Вот это красивая утка. Большая такая стала. Вот это коричневая? Угу. Вот это, мне кажется, это мужик с районными головами. Селезень? Угу. Он походит на него. Ну. Что ли? Не, не, там надо сбегать, туда попробовать, там, здесь. Гуси тоже уже большие стали. Ох, набежала толпа.
делал, наверное. За 3 месяца уже поросята, ну, вместе с утками съели комбикорма на 3580 рублей. Если учесть, что мы еще покупали поросят, не все у нас куплены, только 2 покупали. Одного за 2500, другого за 1500, получается 4000. И общая сумма выходит 7580. Это уже как бы общая сумма такая, с поросят, на что как бы расходы на поросят, можно так сказать, да? Угу. Посмотрим, как, что дальше будет, сколько, какая сумма вообще получится. Возможно, кто-то скажет, типа, не расстраивайтесь, самка там принесет вам поросят, вы потом их продадите. Но дело в том, что вот соседка, которую мы у нее купили одного поросенка, у нее их было что-то сколько, 6 или больше? 7 штук. 7 штук. И вот она продала нам одного, еще одного. Нет, получается, у нее 4 осталось. 3 она продала. 3 продала поросенка, а 4 не смогла, просто никому их не надо. Вот так. Так что продать их тоже, это как у него, навряд ли кто-то купит их так. Можно было бы и картошкой кормить, да? Но в этом году картошки мало. Вообще, ну как, собрали урожай, не так, как в прошлом году. В прошлом году больше намного было картошки. В этом поменьше. Так что вот приходится покупать комбикорм. Хоть вроде бы он и дешевый, но поросята едят много. Но мы им еще и ваем и тыкву, и кожугод картошки, мелкую картошку им еще ваем. Там мокрую. Это же вот просто за один комбикорм сумма-то. Но. Где они? Вон они, вон они, вон они, птички. Ну вот даже если так судить, да, вот считай, у нас за 3 месяца, сколько они еще, если до мяса-то, да? Угу. Еще 2-3 месяца. Это еще с учетом, что у нас вот ушло за 3 месяца, например, 3500, это прибавить еще 3500. Ну, навряд ли, наверное, больше выйдет, потому что картошка уже закончится, эти тыквы закончатся, да? И, ну, вот, грубо говоря, 7, да, 8 тысяч на корм, это если всех их заколоть. А если оставить там хотя бы самку самцом, не знаю, сколько там выйдет до лета там, до куда там. Посмотрим, короче. Попробуем, посчитаем и потом вам все расскажем. Наверное, вам тоже будет интересно, да? Выгодно там, как по деньгам-то получается, да, свиней держать. Да. А? Интересно, да, скажем, птички тут поют. Ага, птички вот какие-то. Воробушки. Воробьи? Угу. Ну, сейчас уже вот что-то к 6, да, подходит, а уже темнеет, угу, у нас. Что еще хотел сказать? Кто не включил колокольчик, колокольчик находится, вот смотрите видео, под видео есть колокольчик, нажмите на колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления о выходе наших новых серий роликов. Все, всем удачи, пока. Пока.